Я вас приветствую, уважаемые зрители и подписчики канала Pro Games Television. С вами Revenant. И мы с вами продолжаем прохождение WADA White Mare 2 на сборке проект Brutality 3.0. И у нас с вами 21 уровень. Да, по-моему, 21, да. Конец эпизода очередного. Так, а вот название какое я пропустил. Пошел ты к ч... Да, господи, господи, господи. А ладно, мы сейчас так посмотрим. Че париться-то? Название Fires of Darkness. Понятно. И, кстати, по поводу предыдущего уровня. Я понимаю, что я его сломал. Потому что где-то каким-то образом затерялись 700 тел вражеских. Я потом уже попытался это допройти по-человечески. Но в итоге я оказался рад тому, что я этот уровень сломал. Потому что по причине отсутствия у меня банальной классической БФГ, я тупо застрял, ну, считай, в последнем месте практически. И десятки смертей и попыток и перезагрузок проблемы не исправили. Я просто в одном месте умирал и не смог его пройти. Мне просто нечем было отстреливать массовое скопление. В общем, вот так. Тихо. Дайте хоть освоиться в конце концов, а? Я должен понять, что происходит. Так, я пожал все-таки автосейв бахну. Потому что с самого начала потерялся слегонца. Бляха-муха. Такое маленькое место, блин, и спрятаться негде. Блять, и вниз падать тоже не вариант. Чё за херня? Чё делать-то? Ай-яй-яй. А ведь мне сейчас польётся со всех сторон, стоит мне шум поднять. Так, от тебя избавимся. От тебя избавимся. Ай-я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 й. Ладно, сейчас пойдет. А, нет, не пойдет. Можно куда-то вообще упасть и не умереть нормально, а? Покажите мне это место. Тихо, не шумим. Во, сейчас норм. Я надеюсь. Пошли все в жопу. Потихоньку. Блять, ну спасибо. Мудиру ты чертова. Да что ты будешь, как вы меня там заеб? Собаки сутулые. Не-не-не, нихера. Блять, больше не прокатись со мной. Так, ну вроде как-то так. А теперь я... Можно как-то обратно в центр вернуться? Можно, спасибо. Я правда рад. Потому что тут, блять, экскаватор! Который мне... Я почему-то только в 20-м, сука, уровне... В 21-м уровне получаю. Все угомонились.
надеюсь. Блин, брать тебя, не брать, я даже не знаю. Ну, учитывая, что я могу сюда вернуться без особых проблем, я, наверное, себя оставлю. Только попробую дальше куда идти. Наверное, вон там дверь, все, я вижу. Я все вижу. Так, надо делать сейф. Момент настал. Прими гастал. Хозяеву! Так, может стоит... А может и не стоит. Может просто квад взять. Если я хочу без огонька это дело играть. Да-па! Чего, блядь? Э, а ты откуда тут взялся? Что-то не понял. Чё за... Ты... Я что-то реально не вдуплил. А так... Ах ты, сука, костлявая. Вот тварь, а. Посмотри на него. Гадость. Оу. Какой навороченный выключатель. Ой, я что-то услышал. Это прям... Это что-то прям у меня за спиной. Блять. Там какая-то ерунда. Очень массивная. Ой, бля. Ой, бля. Там куча всякого говна. Я, наверное, даже тут вылезу. Чтобы шухера не поднимать. Да, блядь, во сколько там, а? Не, не все. Им все мало. Вы когда мне дадите БФГ-10К нормальную? Я затрахался вот с этим пылесосом бегать. Он в этих случаях не работает. И работает, но плохо. Меня это абсолютно не устраивает. Так, экскаватор. Ну, пока есть экскаватор. Жень хоть чуточку наладилась. Ой. Вот модификации бы на пулеметчик еще. С трипл стволами. Я тоже был бы рад. До жопы. Так, судя по всему, сюда. Наверное. Пока не знаю. Да. Есть ключ. Тогда что, идем в дверь. Так, вопрос. О, блядь. Вот тебе тут и не хватало, конечно. Чертило. Так, за мной вот эта дверь не закроется с концами. Я вот о чем. Тихо. Тихо. Бля, я ничего не вижу. Да там не надо, особо ты не надо ничего видеть. Просто стреляй куда попало, блядь. Куда-то снаряд, в кого-то снаряд да обязательно попадет. Ай, блядь. Например, в меня. Бля, какая-то темень. Это реально пиздец. Ух ты, ёб твою дивизию. Нихуя себе. Здрасте, приехали. Я все понял. Дайте мне, знаете что? У меня есть отличная идея. От вас только дегенерацию избавлюсь. Когда тут на линии огня стоят. Это так уже наобум. Да, все пиздец. Дверь закрыли. Вот суки.
Ладно. А, все, я вижу тебя, сука. Нашпиговал меня. Как говно снарядами своими. Че тут за... А вот ты где. По одному, ребята. Ты можешь не дергаться? Попасть не могу. Слушай, вроде тихо. Блин. Да ёп! Какого? Ах ты сука. Пиздец. Вот откуда он там взялся, а? Ай. Но не был с тебя, а? Животное ты конченое. Да похеру, не жалеем уже. Вообще насрать. Один хер не вернусь. И тут все собрать. С потрохами. Даже тебя возьму. Нихера ты умник. Я тоже умный. Так, ну что, пачка ракет была? Я же еврей, я ее не оставлю. А теперь смотрим, что тут дальше. Дальше до хера что интересно. Сука, смотри, какая тварь, а. Вот он там дрифтует. Успокойся. Ты где, зараза? Странно, двери еще открыты. Ага, я тебя вижу, сука. Ну тут главное заманить, что твое говно. Вот и все. Ой, спасибо. Ты настоящий друг. Целый снаряд не сэкономил. Да. Освещение, конечно, заебись. Кто-то за электричество не платил. Целый год, наверное. Пиздец. Ой. Ой. Кто это там? Понятно. Успокойся. Мне тут буйные не нужны. Так, ну есть мегасфера. Одно уже радует. Ой, блядь. Ой-о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 й. Ай. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Ой. Ай. Ой. А почему тут столько сумасшедших? Мне кто-нибудь объяснит? Наверное, никто мне это не объяснит. Блять, надо от вулкабуса избавляться, они бесят, эти жарабасы конченые. А теперь от вас.
суки страшные. Бля, как раз много-то, ёх, твою мать. Бля, откуда столько наспамило-то? Охереть. Твою мать. Они все летят и летят. Что за херня? У меня, бля, патроны-то не бесконечные, ребят. Вы это тоже в виду-то имеете? Сука! Жирная тварь. Пиздец. Один ёбнутый жарабас мне просто всю малину сейчас испортил. Ой, сорян. Кнопочка нечаянно нажал. Умрёшь там уже или нет? Умер, отлично. Так. Снова потихоньку топаем. Бля, как гнал сохранить надо было в промежутке. Ну тут одна просто какая-то жирная зараза мне всю малину испортила. Ну так нечестно. Да, конечно. Обязательно. Блять. Заебись. Они уже все позбревали. Ай-яй-яй-яй, живи. Так, надо промежуточек морды сделать вчера. Чё за... Я тебя убил. Умри. Толстая жопа. А, ты еще и дружка привел. Сука, ты смотри, какая зараза, а. Культулок от фонаря, ни хера не помогает этот фонарь. Не, ну с другой стороны, конечно, так и должно быть. В реле же фонарь тоже не светит, надо на 300 метров. Хотя смотря какой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Блять! Фигуральная фраза, блядь, в трех соснах заблудился. Блядь, что за ебанутое место, а? Господи, ват, Бладстен не так раздражает, как вот этот. Просто охереть. Вообще какая-то дурка творится. Начиная с 20 уровня. Там дурка творится вообще в принципе весь ват, и ты к этому быстро привыкаешь. Заебись. Этот жирный опять появился передо мной и просто дал мне почём. А, блять, обожаю. Обожаю, блять, этих манкубусов. Сука. Блин, я не хочу тратить на них рейлган. Пошли они нахер. У меня для рейлгана более приоритетные цели есть. А щелкать вот эти тарелочки я не хочу, летучие. Думри ты уже, а? Затрахал. Дикая жопа.
Вас у сколько вообще? Врагов-то нету ни хера, ёб твою мать. 126 сел, блядь, на 100 квадратных метрах, охереть. Ублюдки. Не надо. Отпусти меня, Шиза. А ну иди сюда. Ой. А тут какая-то кнопочка. Блять. Ну, ладно, все, пизда вам. Вы слишком далеко улетели, я целить вас не хочу. А ты где? Я тебя не вижу. По трассеру тебя, целить? Ну давай. Попал. Так, батарейка. Батарейки мы возьмем. Вроде нормально. Но что-то мне подсказывает, что это не, еще не совсем конец. Так, что я пока сделал? Я хз. Может, мост какой поднял? Да. Мост действительно поднял. Так, вроде как не было нихера видно, так и не так и осталось нихера не видно. Темный лес. Ой-ой-ой-ой-ой. Хоть на карту посмотреть. Карта-то в виде этого самого. Ну, можно сказать, что в виде иконы греха, но не совсем икона греха. Ладно, допустим. Остался где-то один. Так, ну я на воду, походу, не выйду. Никуда я больше не выйду. Это мы стрельнем. Вот это мы стрельнем. Бля, тут какой-то секрет был, слушай. Про который я... Ни слухом, ни духом. Может быть, вон, внизу, где недооткрытое место с телепортом. Возможно, оно. Но хз. И обратно уже один хер не вернусь. Интересно. Прикольно. Походу, выход. Ну что, друзья, с вами был Ревент на канале про геймер телевизион. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. И всего вам доброго. Пока.